Всем привет! Сегодня я вам хотела показать, как сделать вот такие машинки-тапочки. Подходят они на ребенка, ну вот я, например, вязала для мальчика 5 лет. Размеры я вам сейчас скажу. Размеры подошвы у меня 16,5 сантиметров. Если хотите больше, то там нужно будет промежуточные части. Я вязала 21 петелечку, то вам в соответствии нужно добавить промежуточные петли. То есть, допустим, не 21, а сделать 20, к примеру, если на 1 сантиметр больше, на 1 петлю, соответственно, больше сделать. Если на 2 сантиметра, 2 петли и так далее. В общем, если вы будете вязать двойную ниточку, как я. Если же в одинарную, вы там свяжете себе образец, посмотрите и посчитаете, сколько вам нужно набрать петелечек. Итак, в общем, получилось вот такие замечательные машинки. Кому понравилось, присоединяйтесь. Будем вязать вместе. Для вязания нам понадобится пряжа. Я взяла двух цветов как основу. То есть у меня остаточки коричневого. И я взяла нежно-васильковый Alize Lana Gold Fine. То есть у меня такая, скажем так, двойная получается ниточка. В Alize у нас метраж 390 метров в 100 граммах. А в коричневой у меня 300 метров в 100 граммах. Также вам понадобится небольшой моточек белого цвета для того, чтобы сделать наше, так сказать, окошко, лобовое стекло. И обвязать краешки колесиков, кружочки наши. Также вам понадобятся ножнички для обрезания пряжи, крючок для вязания колесиков, для набора петелечек с боковых стенок. В общем, вам понадобится крючок для таких, так сказать, дополнительных нужд. В общем, спицы основные я взяла 3,5. Чулочные и обычные, получается, для платочной вязки. В общем, они считаются одинаковых размеров. 3,5 я взяла и те, и те. В общем, я надеюсь, что вы все приготовили. Мы начинаем вязать. Начинать вязание мы будем с подошвы, то есть соединяете синий и коричневые цвета вместе, либо какие вы там приготовили, берете длинные спицы и на одну спицу набираете 2 начальные петельки. В общем, для подошвы нам нужно набрать 45 петель. Представляете вторую и продолжаете. 3, 4, 5. 6 и так далее. До 40 петелек 5 набираете. 45. Наши петелечки набраны. И вытягиваем одну спицу. Но обратите внимание, начальные 2 петельки у нас должны остаться на основной спице. Итак, разворачивайте к себе вязание. И начиная с кромочной петелечки, провязываем все 45 петелек лицевыми. В основном наше вязание будет состоять из, получается, платочные вязки, затем будет состоять из вывязывания мыска и резинки 1 на 1, лицевой глади и резинки 1 на 1. В общем, основные узоры будут у нас вот такие простые в выполнении. Заканчиваете ряд лицевыми петельками до конца. Последнюю петельку провязываем изнаночной. Первую петельку мы будем всегда снимать. Итак, первую петельку сняли, затем делаем накид. Теперь отсчитываем 21 петлю лицевую. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21. Теперь делаем снова накид. Одну провязываем лицевой, накид и снова отсчитываем 21 лицевую. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Теперь делаем накид, последняя кромочная, изнаночная.
Теперь разворачиваем наше вязание, кромочную снимаем и все петли провязываем лицевой, но накиды провязываем за заднюю стенку лицевой. Теперь снова вяжем лицевые до следующего накида, то есть у нас их 21 лицевая, провязываем их. Дошли до того места, где наш накид, провязываем снова за заднюю стенку, лицевая, и снова накид провязываем за заднюю стенку. То есть мы провязываем лицевые просто за переднюю стенку, как обычно, классическим способом, а наши накиды провязываем за заднюю стенку. Таким образом, они у нас получаются перекрещенные. Благодаря тому, что мы их будем перекрещивать, у нас не будет дырочек. При провязывании накида в прибавлении у нас не будет дырочек. Вот снова мы дошли до того момента, где у нас накид. Мы его снова за заднюю стенку провязываем и кромочная, и изнаночная. Разворачиваем наше вязание. Снова снимаем первую кромочную. Теперь провязываем одну лицевую. Делаем накид. 21 лицевую провязываем, как обычно, лицевыми. Итак, у нас 4, 5, 6, 7, 8, 21, делаем накид, теперь 3 лицевые, 1, 2, 3, снова накид и опять 21 лицевая, 2, 3, 4, 21, снова делаем накид, провязываем 1 лицевую и кромочная, изнаночная. Разворачиваем наше вязание, снова кромочную снимаем и провязываем все лицевые. Провязываем перекрещенными за заднюю стеночку лицевые накиды. До конца ряда лицевыми. Последняя кромочная довязали и развернули наше вязание. Первую кромочную снимаем. Теперь провязываем 2 лицевые. Делаем снова накид. И 21 лицевая провязываем без изменения. То есть смотрите, у нас получается принцип таков. Мы кромочные первую снимаем, последнюю провязываем изнаночной. Затем вязание у нас делится на якобы такие вот части. Смотрите, сначала мы провязывали одну лицевую, делали прибавку, провязывали 21 лицевую, 1 лицевую, 21 лицевую и одна у нас была последняя кромочная. Смотрите, между вот этими частями, как бы серединой, по 21 и краями у нас прибавки. То есть у нас сначала была здесь по краям 1, затем мы провязали просто ряд лицевыми, теперь 2 просто ряд лицевыми, 3 просто ряд лицевыми, 4 и так далее. То есть смотрите, у нас постепенно после каждой вот этой вот части начальной у нас накид. Теперь у нас идет 21 лицевая без изменения от начала до конца провязывания подошвы. У нас будет всегда с этой стороны 21 и с этой стороны 21 лицевая. Мы их ничего не меняем. То есть начало, затем 21 лицевая, снова идет накид. И сначала у нас была посередине 1 лицевая, затем в следующем ряду 3 лицевых, в следующем ряду 5 лицевых, ну как бы... Чередуем мы ряд изнаночный, мы не считаем там, где у нас просто лицевые мы провязываем, а я вам рассказываю о прибавлениях с накидами. Затем, после того, как мы прибавляем посерединке, мы снова отделяем, так сказать, накидами, продолжаем провязывать 21 лицевую и снова накид. И у нас было сначала 1, затем 2, теперь уже 3 мы провязываем и делаем накид. Вот смотрите, сейчас мы провязали 3 лицевых, ну то есть кромочная 2 лицевых, это считается 3 лицевых. Затем мы вот провязали с вами накид, теперь мы провязываем 2, 4, 6, 7, 8, продолжаем провязывать 21 лицевую, 9, 10, я вот сейчас немножечко пересчитаю, 2, 4, 6, 8, 10, вот 11, я почему пересчитала, чтобы не сбиться. Теперь 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20-21. Вот смотрите, о чем я говорила. Провязали начало накид. 21 нас ждет накид. Так как мы вначале провязали 3 лицевых, то сейчас у нас будет посерединке 5. У нас вначале было 1, затем 3, теперь 5, вот 4, 5. Теперь снова отделим накидом серединку. И снова 21 лицевая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Как вы видите, у нас снова остались 3 в конце петельки. Мы их отделяем накидом и провязываем 2 лицевые, последнюю кромочную изнаночную. Следующий ряд мы провязываем снова лицевой, накиды перекрещенными лицевыми делаем. Теперь первую кромочную снимаем и провязываем 3 лицевых. Это у нас уже получается 4 лицевых всего с кромочной. Делаем накид и провязываем снова 21 лицевую. 2, 3, 4, 5, 21. Теперь делаем накид и провязываем 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мы провязывали в предыдущий раз 5 лицевых, теперь провязали 7. Делаем накид и снова провязываем 21 лицевую. 2, 3, 4, 5, 6, 21. Делаем накид и довязываем наши 4 лицевые. То есть получается у нас кромочная идет как бы за петлю, начальную и конечную. Таким образом, смотрите, я вам сейчас покажу, по какой схемке я вяжу. Но так как не очень видно, ну, в принципе, вот видно, смотрите. И я специально как бы вам решила написать фломастером, чтобы более видно было. Смотрите, мы провязывали сначала одну, теперь вот галочкой я отметила накид. То есть мы сначала провязывали как бы кромочную, накид, 21 лицевую, снова накид делали, 1 лицевую, накид, 21 лицевую, накид и кромочная, последняя у нас была изнаночная. Это считается как по бокам по одной петле. Затем, следующий ряд мы провязали, как и первый ряд, все полностью петельки лицевые, перекрещенные накидом. Затем снова мы провязали кромочную и лицевую, это считается уже 2 начальные петельки. Теперь у нас идет, вот я выключу свет, вам так лучше будет видно. Теперь снова 2 вот провязали начальные накид с лицевой. Снова галочка это накид, 21 лицевая накид. В середине 3 уже идет лицевых накид, 21 лицевая накид. И кромочная и лицевая последние, вот они 2 петли наши. Затем снова между провязали просто лицевые. Затем третья кромочная, 2 лицевые, накид 21, в общем и так далее. Смотрите, таким образом мы прибавляли по краям по одной петле в каждом ряду, ну то есть через ряд, если быть точнее, потому что были у нас между, так сказать, вот этими рядами еще ряды, где мы провязывали лицевые, то есть где перекрещенные наши накиды. В серединке мы, как вы видите, добавляли уже по 2 петли. Так, каким образом это получалось? Смотрите, у нас в первом ряду было, где прибавление, по бокам от одной лицевой петли были накиды. У нас уже через ряд получается, вот эти накиды идут уже в петельки, то есть у нас уже в следующем ряду 3 петельки. 3 плюс 2 накида 5 петелек, 5 плюс 2 накида 7 петелек и так далее. Таким образом, нам нужно прибавить петельки вот эти вот до того момента, когда у нас будет уже по бокам перед накидом по 7 петелек. И в серединке нашего вязания прибавления будет уже 13 петелек. То есть, когда довяжете подошву до вот этого последнего ряда, мы с вами продолжим. Вот мы закончили с вами провязывать подошву. У меня получилось в серединке между нашими накидами 13 петелечек. И здесь последняя у меня
7 петелечек накидку. Затем я провязала лицевой ряд, как всегда. И у меня вот, обратите внимание, ниточка вот наша начальная при наборе, вот получается с левой стороны. И продолжаем. Сейчас мы, закончив подошву, будем делать, провязывать боковые стенки. Первую кромочную снимаем и все вяжем лицевые, абсолютно все петельки. Таким образом, мы сейчас провяжем 8 рядов лицевыми, то есть этот ряд, вернемся в следующий ряд и так далее. Мы будем продолжать вязать платочной вязкой. 8 рядочков лицевыми провяжем, это у нас будут боковые стеночки. И в итоге, когда мы их провяжем, мы с вами встретимся во второй части.